друзья, всем привет! Меня зовут Лика Добровольская. Сегодня я вам хочу поделиться. Я косметолог, эстет. Обучаю многих девочек косметологии, делюсь своим опытом работы. Сегодня я хочу в этом видео вам рассказать про одну очень классную и супер простую процедуру. Сегодня я ее делала себе и подумала, что надо своим ученицам, своим подписчикам напомнить про эту классную процедуру. Эта процедура называется фарфоровая куколка. Мы наносим капсулу фарфоровой куколки. Наносим капсулу фарфоровой куколки с помощью и внедряем ее с помощью фонофореза. Можно аппаратом 6 в 1 портативным девочкам, кто работает на портативных аппаратах, либо на комбайне с помощью ультразвука. Внедряем где-то 15 минуток, ну 10-15 минуток можем поработать. Потом прямо на эту капсулку 1 мл фитинового пилинга наносим кисточкой. Все. После этого можем нанести SPF регенерирующий крем, если нам надо куда-то пойти. Будет как уходовая процедура. Можно эту процедуру делать после чистки лица. Можно ее делать отдельно. Можно делать курсом. Ну, в общем, можно ее использовать очень часто. Сегодня делала прям лицо очень гладкое. Придает гладкость, ровность кожи, очищение. Черные точечки поменьше становятся. Некоторые, если не глубокие, они уходят. Поэтому можно эту процедуру как чистка лица, как уход, как дополнение к основным процедурам. Вот. Используйте обязательно эту процедуру. Кто еще у меня не проходил обучение, напоминаю, что у меня есть базовый курс на косметолога-эстета. Туда входит 104 видеоурока, диплом на английском языке. Друзья, забыла напомнить, кто хочет перейти на просмотреть информацию про базовый курс обширный, про 104 урока от А до Я, либо практикующие косметологи, этот курс подойдет на повышение квалификации. Там и аппаратные мезы, и пилинги, и много-много другой темы все. Также есть отдельные виды курсов, их более 7 видов на повышение квалификации. Те, кто хотел просмотреть виды курсов, переходите на сайт. Называется сайт курсы-красоты.ком. Под этим видео я ссылочку напишу. Переходите, просматривайте. Там есть ссылочка на мои контакты. Пишите ваши вопросы. Все подскажу. Вот. Переходите, повышайте вашу квалификацию. Пишите ваши вопросы в комментариях. Хорошего вам дня!